Мир вам. Перед началом служения вопросы Божьего благословения. Великий славный Господь и Бог, мы сердечно благодарны Тебе за милость, которая обновляется для нас каждое утро. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты даруешь нам это время быть здесь, на молитву и слышать Слово Твое, Господь. И мы просим, благослови Слово, которое Ты можешь говорить нашим сердцам, чтобы оно поселялось в нашем сердце, чтобы это Слово становилось плотью в нас, Сын. Господь, мы нуждаемся, чтобы Ты очищал эту землю, в которой растут сорняки и тернии, волосы, Господь, очищай сердца наши. Мы нуждаемся в Твоем очищении, нуждаемся в Слове Твоем, сходящем с неба. Мы нуждаемся, чтобы преображаться в образ Твой. Господь, мы просим, чтобы Ты влёк нас к себе, менял нас. А нам позволит славить Тебя пением. И мы просим, чтобы Ты благословил это служение, благословил братьев, говорящих слово, и хор, воспевающий Тебя. Прими хвалу Тебе, единому Богу, Творцу неба и земли, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Вместе петь из сборника номер 13. Скажи мне весть благую, скажи Спаситель мой. Thank you.
Прочитали с вами 61-й псалом. Он у нас висит вот на стене, там 2-3 стих. Мы его прочтем весь и посмотрим буквально на несколько первых стихов. Это удивительный псалом веры, который направляет наш взор куда вверх, направляет наш взор к Господу. Псалом 61. Начальнику хора Идифумова, псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть Его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя,
Ибо на Него надежда моя, только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе лепче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Этот псалом написанный для всех, и мы с вами читали в 9 стихе, здесь не написано, он только к молодежи, или может быть более уже старшим. Братьям и сестрам говорится, народ, надейтесь на него во всякое время. Удивительно, братья и сестры, о том, что Давид, который написал этот псалом, он знал все тяжести жизни. Вы знаете, только, наверное, вот в старых сказках царей показывают, как тех, которые ничего не делают, они едят мороженое, они едят пирожное и ничем не занимаются. Но на самом деле цари, они несли вот этот вот груз управления народом. Вы знаете, Давид прекрасно знал. Вокруг жизни Давида были интриги, были проблемы в его семье. Его предавали Давида, на нем постоянно лежал вот этот груз административный, груз дипломатических отношений. То есть Давид постоянно нес те военные походы, в которые он выходил. Ему нужно было каждый день решать большое количество проблем. И он не просто управлял народом, может быть, как другие цари, но он управлял Божьим народом. И это еще более вот, делало тяжелым его миссию. Он должен был знать закон и в соответствии с Божьим законом управлять этим удивительным народом. И вот этот человек, который в своей жизни знал множество беспокойства, он подытоживает, и он говорит во втором стихе, «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Вы знаете, мы все ищем счастье. Мы ищем счастье, это нормально для каждого человека, искать его для себя, искать его для своих родных и близких, искать этого счастья для своих детей. Но только после грехопадения все человечество, оно начало искать счастье там, где его в принципе быть не может. Люди совершают разные попытки, ищут его, может быть, в своей карьере, в работе, может быть, они в семье. И помните, сын потом в дальнейшем, Соломон, сын Давида, царя, который в будущем также правил над Израилем, в книге «Екклезиаста» он как раз и показывает вот этот вот поиск счастья вне Бога. Он сначала начинает его искать в мудрости, потом он переключается и начинает его искать в безумии. После этого он начинает его искать в богатстве. В этом не находит, говорит, я совершил очень многие дела, он строит большие здания, делает очень много дел, он говорит, и в этом я не нахожу никакого удовлетворения для своей души. И после этого всего Соломон, он подытоживает в 12 главе, в 13 стихе, все свои поиски и говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Он говорит вот те же самые слова, которые сказал когда-то его отец. Только в Боге успокаивается душа моя, только в Боге мое спасение. Он говорит, все для человека в том, чтобы бояться Бога и заповеди Его исполнять. Вы знаете, я вчера, когда читал этот псалом, я думал, насколько бы наша жизнь, жизнь наших детей, вот нас, христиан, она строилась совершенно по-другому, если бы вот этот вот стих, второй стих, мы поняли в начале нашего жизненного пути. Если бы мы осознали вот эту библейскую истину в начале нашего следования за Иисусом Христом, вот это вот слово, которое сокрыто, вот истина, которая сокрыта в этом слове «только». Только в Боге. Только в Боге можем найти спасение. Только в Боге можем найти покой для нашей с вами души. Вы знаете, мы все-таки пытаемся где-то еще вот
по какой-то, может быть, инерции продолжаем искать счастье. У нас и Бог есть, это хорошо. Мы продолжаем думать о том, что если я еще вот получу вот это, то тогда мое счастье, оно действительно станет полным. Вы знаете, молодые люди, когда вступают в брак, они думают, вот если вот эта вот девушка, она станет, вот эта прекрасная девушка станет моей женой, она действительно сделает меня счастливым, я стану счастливым в браке. Или, может быть, я думаю, ну, я езжу, может быть, на Таврии, а если бы у меня была такая машина, вот как у моего друга, вот тогда действительно у меня было бы полное счастье. Или я живу в квартире, а вот если бы я переехал в дом, хотя это хорошо, конечно, дом, но если я туда перееду, то мое счастье станет полным. Вы знаете, всю свою жизнь мы продолжаем искать какие-то дополнения для нашего счастья. Но дело в том, что мы не найдем счастья. Писание, оно непреложно, и оно говорит, счастья нет, как только счастья в Боге. Братья и сестры, к сожалению, эта истина, она часто доходит до нас очень поздно. Хорошо, если она вообще доходит, но порой она не доходит никогда. И вы знаете, когда человек уже часто состарится, когда уже вот его разум, он не может хранить все то, что в нем находится, и тогда открывается, а что было счастьем для этого человека в его жизни? Открываются двери и выносится вот все то, чем человек был наполнен. И порой это нерадостно слышать, что человек искал счастье не в Боге. Разум выдает совершенно то, вот не то, в чем человек этот искал счастье. Вы знаете, терять всегда неприятно. Вот в феврале этого года в наш дом, когда зарезали, нас ограбили, это было очень неприятно. Вы знаете, вынесли часть вещей, и ну, мы как-то так пережили это, да, было неприятно. А я думал о том, что, а как тяжело человеку, когда он теряет все. Когда мы слышим, что у кого-то вот из наших родных, близких, или у наших братьев, сестер, к примеру, сгорел дом за считанные минуты, и сгорело все. Или, может быть, украли автомобиль. Или еще что-то, когда человек теряет все, как тяжело вот это вот пережить действительно и сказать вот такие слова. Только в Боге успокаивается душа моя. Как тяжело в эти моменты не сказать, Господи, не хочу больше жить, не хочу, вот для чего ты это все допустил, Господи, душа моя потеряла покой. И действительно такие ситуации, они показывают нам самим, что находится в нашем сердце. И порой Бог допускает для того, чтобы мы сами увидели, является ли Господь вот той драгоценностью, той драгоценной жемчужиной в нашей жизни. Вы знаете, мы провозглашаем очень много истин. Мы много истин слышим в проповедях, тысячи проповедей слышим. Мы читаем с вами Марка, 8 глава, 35 стих, там написано. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Слово Божие направляет, что наша жизнь, она должна быть направлена вот на служение Богу, на то, чтобы наша жизнь была посвящена вести Евангелия, вести ее другим людям. Матфеем 6 глава 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Какие прекрасные слова, призывающие нас искать Божьего Царства. Матфея 13 глава 46 стих. «Который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Братья и сестры, если я все потеряю в этой жизни, как, может быть, первые христиане в первые годы гонений теряли все, могу ли я тогда вот спеть вместе с Саввакумом эти слова 17 и 18 стих 3 главы? «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Действительно ли только в Боге моя душа находит покой? Вы знаете, только истинная вера, она может действительно уповать только на Господа. В этот год реформации провозглашаются как раз те же самые истины. Только благодатью, только Писание, только Богу славу, только Христос. Это как раз и направляет нас с вами, как, кстати, тоже последователей вот, реформаторов, к тому, что только в Боге мы имеем все для, вот, все для нашей с вами жизни. И интересно, вы знаете, в одном из дословных переводов, я когда смотрел разные вчера переводы, это место очень интересно звучит. «Только перед Богом душа моя молчание». «Только перед Богом душа моя молчание».
Вы знаете, действительно, вот среди всей этой суеты, среди всего того шума, душа Давида находила это молчание, это покой только в присутствии Господа. Вы знаете, сегодня наш мир настолько наполнен шумом, настолько наполнен и суетой, у нас просто нет с вами времени остановиться для того, чтобы иметь тихое, может быть, молитвенное время для общения с Господом. Я когда наблюдаю молодежь, когда выходит, они сразу с утра вставляют наушники в свои уши. Когда мы, может быть, едем где-то на маршрутном такси, там играет музыка. Мы заходим куда-то в магазин, и там играет музыка. И весь наш день он наполнен суетой. Мы в конце дня приходим, садимся, уже усталые, у нас нет времени для всего. Вся наша жизнь, она наполнена шумом, наполнена суетой. Но Псалом 106, 29 и 30 стих, он вновь напоминает нам, и веселятся, он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани. И поэтому Давид, он прекрасно знал о том, что действительно только в Боге его душа может находиться в молчании, только в эти тихие моменты он может иметь спокойное время общения с Господом. И вы знаете, в 10 стихе Давид призывает нас с вами не искать покоя в людях. Он говорит, это 10 стих 61 псалма: «Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». И Давид был окружен многими людьми, многими хорошими людьми он был окружен, на которых можно было полагаться. Возле него были прекрасные предводители войска, написано, мужи сильные, на которых в трудный момент можно было полагаться. Возле него были советники, на которых можно было полагаться. Возле него были священники, на которых также можно было полагаться. Но Бог вновь и вновь в жизни Давида показывает, что мы не должны полагаться на людей. Вы знаете, мы не должны полагаться на временную дружбу. Это так прекрасно, когда мы имеем друга, с которым имеем общение, на которого также можем положиться в жизни. Но Бог напоминает нам, что только в нем мы имеем покой. Посмотрите, Давид имел прекрасного друга, его звали Иоаннафан. Помните такого друга, да? Это друг, с которым они планировали, как они дальше будут править, может быть. Иоаннафан говорил, ты будешь первым, а я буду вторым по тебе. Они вместе одерживали победы, два эти друга, они вместе имели молитвенное время. Было время, когда Иоаннафан, он заступался за Давида, он даже вопреки воле отца, он заступался за него. Это был прекраснейший друг. И Давид мог на него полагаться. Но приходит время, его друг был убит в неравной битве. И после этого Давид, он плачет, и 2 Царств, 1 глава, в 26 стихе написано: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Мы видим, как он очень тяжело переживает смерть своего друга, но Бог нас с вами создал не для того, чтобы наша душа находила покой в дружбе человеческой. Господь наш напоминал нам Иоанна, Евангелие от Иоанна, 15 глава, в 15 стихе. Христос говорил: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Только в вечной дружбе наша душа может найти покой, только в дружбе с Иисусом Христом. Вы помните, мы с вами поем такую песню «Убегают года», и там есть такие слова: «На развилках дорог мы теряем друзей, на развилках дорог». И у нас действительно в нашей жизни есть вот эти вот развилки. Кто-то, может быть, переезжает из наших друзей. Может быть, кто-то умирает. Наша жизнь показывает, что мы теряем друзей. Или, может быть, нас теряют. Но Божья любовь, Божья дружба, она действительно вечная. И в вечности мы будем с нашим Иисусом Христом. И в Откровении написано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Действительно, мы будем только с Иисусом Христом иметь этот вечный покой для нашей души. И земная любовь, она также не даст душе нашей покой. И вы знаете, сколько радужных надежд и планов строил Давид, когда он был еще молодым. Он только прислуживает еще при Сауле, и он женится, у него прекрасная, красивая жена Мелхола. Они также строят, может быть, свои планы на будущую жизнь, о том, какие у них будут дети, как их жизнь будет протекать. Но мы видим, проходит какое-то время, и Давид становится, Саул начинает охотиться за ним,
И Милкову отдают другому мужу, она становится женой другого человека. Давид долгое время убегает в пустыне, он находится в этих скитаниях. И даже после того, когда царство, оно вновь возвращается к Давиду, он пытается восстановить это семейное счастье. Милколу ему возвращают эту жену, но мы видим, что Милкола, возвратившись, она уже была совсем другая. И даже можно сказать, что Милкола стала его врагом. Когда Давид переносил ковчег, когда он радовался перед Господом, то Милкола, она уничижила его в своем сердце. Она сказала: «Как ты можешь танцевать вот перед своими слугами, перед своими рабами?» Она уничижила его в своем сердце. И Бог вновь напоминает Давиду и в этой ситуации о том, что не ищи счастья и покоя своей душе вот в этой земной любви. Иеремия 31 глава в 3 стихе Бог напоминает: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Вы знаете, Давид, как я уже говорил, мог бы полагаться на очень мудрых советников, и возле него был такой советник, помните, был такой Ахитофел, которому люди, когда обращались, сказано, как будто бы сам Бог через него говорил. Вот совет Ахитофела, это был совет, как будто бы сам Бог говорил. И вот этот человек, на которого можно было положиться, на его мудрый совет. И когда происходит Авессалом, он захватывает власть там в Израиле, отец убегает для того, чтобы не причинить вред своему сыну. И Ахитофел, он вступает в союз, он становится предателем Давида. И совершенно другая молитва начинает звучать из уст Давида. Она записана во 2 Царств, 15 главе, в 31 стихе. «Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела». И вновь Бог еще раз преподает эту истину о том, что в советниках никогда не ищите покоя. Вы знаете, Давид мог бы искать еще покой в своей праведности, в своей святости. Он действительно был праведным человеком, и о нем написано, знаете, Господь его избрал, Господь его помазал, и о нем сказано, что Господь избрал мужа по сердцу своему. А вам еще такое сказано? Давид действительно мог искать в этой праведности покой, но вы знаете, Давид получал еще великие откровения от Господа. Он вел Господние войны, сказано об этом. Но все-таки греха ему не удалось избежать в жизни. И Давид многократно кается в них. Давид теряет покой для своей души. И в Псалме 39, в 13 стихе он плачет и говорит: «Ибо окружили меня беды неисчислимые. Постигли меня беззакония мои так, что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». То есть грехов моих больше даже, чем волос на моей голове. И Давид, Бог вновь преподает эту истину о том, что в своей праведности не ищите покоя для своей души. Братья и сестры, и дальше Давид говорит о том, что Бог дает, и спасение находится, покой и спасение находится только в нем. «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Действительно, человек благочестивый, он всегда ожидает спасения от Господа. Нам так тяжело людям ждать спасения от Господа. Мы прибегаем к разным источникам в поисках спасения. Но так тяжело действительно сказать, как сказано в 120-м псалме: «Возложу очи мои горам, откуда придет помощь моя откуда? А помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Он говорит: «Только Он твердыня моя». Или он говорит: «Только моя твердыня или скала». Этот образ был хорошо знаком Давиду, когда он бегал там в пустыне от Саула, когда вот от Берос, когда от его армии он прятался в этих вот скалах, в этих горах. И поэтому он говорит о том, что действительно верующий человек, он находится под охраной Божией, ничто его не может поколебать. Он находится в этой крепкой крепости, и даже если все силы ада восстанут на него, Бог является непоколебимой крепостью. И Деяния 4 главе в 11 и 12 стихе, когда Петр проповедовал в Синедрионе, он также указывает на этот единственный источник спасения. И он говорит: «Он», то есть Иисус Христос, «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Действительно, только Иисус Христос является, только Он является утешением для нашей души, только Он является единственным спасением. Иоанна 14 глава 6 стих. «Иисус сказал ему: Я есть путь и
и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нам, может быть, как людям хотелось бы, чтобы было множество этих путей, может быть, более легкие пути для того, чтобы прийти к Богу. Но Слово Божие многократно говорит о том, что только в Боге. Только в Боге спасение, только в Иисусе Христе спасение, только Он наша с вами надежда. Вы знаете, мы можем продолжать с вами искать вот счастье еще в чем-то, блуждать по нашей жизни, тратить еще множество лет, множество вот в поисках счастья, может быть, в работе, еще в чем-то. Но Слово Божие, оно непреложное. Оно вновь и вновь напоминает нам сегодня о том, что только в Боге успокаивается наша душа. И вы знаете, вопрос в конце, вот перед тем, как мы будем молиться, а что же нам с вами делать, как все-таки обрести этот покой в Господе? 9 стих этого псалма, он дает нам ответ на это. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». И вот центр этого стиха «изливайте перед Ним сердце ваше». То есть этот псалом, этот стих, они нас направляют к молитве. И действительно, мы с вами, как верующие люди, когда приходим к Богу в молитве, мы рассказываем Ему свои планы, мы рассказываем Ему свои горечи, мы каемся в своих грехах, мы получаем от Господа прощение. Действительно, только у ног Иисуса Христа наша душа обретает вот этот вот покой, освобождение от грехов. Мы можем успокоиться только в Божьем присутствии. Возможно, в нашем доме молитвы кто-то и пришел сегодня сюда для того, чтобы вот находиться в поисках счастья и задается такими вопросами, а где же вот это счастье, я его не нахожу в жизни, ни в семье, ни в работе, ни в чем остальном, ни в богатстве, может быть, ни в деньгах, ни в чем остальном. В чем же все-таки вот счастье? И Слово Божие относится сегодня, говорит и к вам о том, что в молитве. В молитве покаяния вы можете прийти, действительно, Бог дает вот этот истинный покой для души. Бог освобождает не только от вредных привычек, может быть, еще чего-то, но Господь меняет жизнь, Господь дает вечное прощение. И душа обретает действительно покой только в Нем. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налагать на человека, вы будете низвинуты все вы, как наклонившаяся стена, как града пошатнувшаяся. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны за то, что вновь можем собраться в доме молитвы, и вновь наши взоры устремлены вверх к Тебе, откуда приходит наше спасение. Мы благодарны за то, что в центре всего Писания находится наш Господь Иисус Христос, и только Он является нашим спасением. Мы благодарны, Господи, за удивительный дар молитвы, о том, что когда, Господи, наша душа, она в смятении, когда, Господи, мы находимся в переживаниях, или, может быть, в радости, или когда мы согрешаем, мы приходим, Господи, к Тебе, и мы получаем покой для нашей души. Отец наш Небесный, помоги нам, Господи, действительно, чтобы мы понимали эту истину, что только в Тебе, Господи, только Ты достоин всей славы, всего поклонения, Господь, только Ты достоин того, чтобы наша жизнь была прожита для Тебя, единого истинного Бога. Отец наш Небесный, мы просим, благослови дальнейшее ход нашего служения, еще слово, которое будет звучать. Благослови хор, воспевающий Тебе славу, Господи. Все это придем в руки Твои святые, уповаем на Тебя, великого Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Thank you.
приходим мы к Иисусу в покаянии, Спаситель сам дает нам руки, книгу книг, читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала, до строк последних, ничего не пропустив. Не допускайте дня, чтоб Библия молчала, запоминайте полюбившийся вам стих. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час, страницы Ветхого и Нового Завета пусть будут самыми желанными для вас. Читайте Библию, живое слово Бога, оно научит вас, как в мире свято жить, как выбор сделать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, ее святые строки помогут вам идти и в самый трудный день, когда вам тяжело, когда вы одиноки, спешите в Библию под сладостную сень. Читайте Библию, когда из глаз рекой польются слезы друг и дрогнет мир души, читайте Библию, она вас успокоит и стон мучительных страданий сглушит. Читайте Библию вдвоем, вы и Дух Божий, неизъяснимый Он тайны изъяснит, и сколько не было у вас вопросов сложных, на них ответит Бог вам в шелесте страниц. Читайте Библию, как в зеркале чудесном себя вы сможете увидеть без прикрас. Вас будет Слово начищать Отец Небесный, и совершенство Сына Своего вам даст. Читайте Библию, не расставайтесь с ней, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонив свои колени, пусть никогда глаза читать не устают. Читайте Библию, и дьявольские стрелы погаснут в воздухе, до вас не долетел. И сколько брак ходил, и сколько брак для души не делал, защитой будут вам библейские слова. Читайте Библию, и сладость слов Господних вам будет драгоценней прелестей земных. И если мало вы прочли вчера, сегодня намного более прочтите слов живых. Читайте Библии священные страницы. Читайте так, как всякий жаждущий ест хлеб, как всякий алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться, другой такой нет книги на земле. Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа отвлечь, чтоб вам хождению по духу научиться. Читайте Библию, живого Бога речь. Аминь. Но ты научи нас.
Ты нас искупил, и пусть воля твоя, о Бог милосердный, для нас совершится. Нас небо зовет, слышит голос душа, и путь чистенный, тяжел и не сладок. Но Божья любовь воскрешает сердца. Мы смотрим на крест и в нем видим награду. Но Божья любовь воскрешает сердца. Мы смотрим на крест и в нем видим награду. За нас ты пролил драгоценную кровь, и словно всегда победил в этой битве. Мы жизнь отдаем в твои руки, Господь, с последней слезой в благодарной молитве. Мы жизнь отдаем в твои руки, Господь, с последней слезой в благодарной молитве. Мы люди простые, но мы любим тебя. В нас нет совершенства, но ты научи нас. Ты нас искупил, и пусть воля твоя, о Бог милосердный, для нас совершится. И ты, мой друг, остав сомнения,
всем сердцем к Богу обратись. Христос пошлет тебе спасение, простит грехи, подарит жизнь. И тебя Господь наш любит. Остановка за Ним. Не страшись и не смущайся. Перед Господом покайся. В вечности ты будешь с Ним. Аминь. Сборника номер 166. Пусть земля все утверждает, что тобой я не спасен. 1, 4, 5, 6. Oh.
я Христом спасен. Недавно мы с вами рассуждали, читали место Писания, послание к евреям, 12 глава, мы читали с 12 по 15 стих, и останавливались на 14 стихе. Я прочитаю снова послание к евреям, 12 глава, с 12 по 15 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Ну, вот этот отрывочек. Друзья, дорогие, я всегда, постоянно подчеркивал, буду подчеркивать то, что мы должны благодарить Бога за Библию, за Слово Божие, потому что это единственная книга, которая говорит правду о Боге, о нас, о будущем и дает нам правильное направление, что делать нам сегодня. Хотя эта книга очень древняя, писалась она очень-очень давно, ее отдельные части писались 1600 лет назад, отдельные части писались 2000 лет назад, больше 1600 до Рождества Христа, я не сказал, 1600 лет до Рождества Христа. И в первом веке написаны были послания, это уже 2000 лет почти. Друзья, это очень древняя книга, и эта книга очень правдивая, очень точная. Когда мы ее внимательно читаем, мы здесь находим в себе и утешение, и обличение, и наставление, как нам жить, потому что путь наш, жизненный путь, это очень серьезно, куда он приведет. Есть только две вечности. Есть вечность с Господом, и есть вечность без Господа. И с Господом это вечная радость, мир, как и сейчас, когда мы с Господом, мы имеем мир, и есть ад. Недавно одному человеку я говорил о вечности, о спасении, об аде, а он говорит, а я уже живу в аду. Вот я сейчас уже живу в аду. Я говорю, ты хочешь в нем оставаться всегда, тебе приятно? Нет. Ты хочешь в нем всегда оставаться. Поэтому пришел Иисус Христос, чтобы спасти нас, чтобы дать нам жизнь вечную. И это, на этой надежде мы живем. Братья и сестры, и этим мы утешаем друг друга, что в вечности потом мы имеем нечто приготовленное для нас. Там ожидает Господь нас, там мы будем с Ним всегда. Это есть надежда Церкви. Апостол Павел пишет Фессалоникийцам, и так всегда с Господом будем. То есть, когда будет взятие Церкви, преобразимся, мертвые воскреснут, и так всегда с Господом будем. Это надежда. Но мы сегодня живем. Мы сегодня пришли до молитвы, у нас есть на сердце какие-то переживания, какие-то трудности. Сегодня мы слышали Слово Божие о том, что только в Боге успокаивается душа моя. И это написано было очень давно Давидом, потому что и у него сердце нуждалось в успокоении. Скажите, было ли какое-то поколение, чтобы оно не нуждалось в покое, не нуждалось в мире, не нуждалось в успокоении, в надежде? Друзья, таких нет моментов, и кто бы ни был, какой праведник ни был бы, и наоборот, чем больше праведник, чем он более праведную жизнь ведет, чем он ближе к Богу, тем больше он страдает в этом мире. И
кого бы мы ни взяли. Авраам страдал. Лот ежедневно мучился в праведной душе своей перед Богом. Мы читаем Моисей, сколько он терпел и падал на лице свое перед Богом, падал на землю, потому что обстоятельства стеснялись. Мы не находим в Писании людей, которые бы не страдали. И апостол Павел, когда пишет свое оправдание, то, что он действительно апостол, и говорит, мы признаки апостольства нашего, в первую очередь, терпение. А раз терпение, значит, есть что терпеть. В скорбях, которые переносили, читаем его поприще, описанное в втором послании к Коринфянам. Это скорби, это палками побитые, это изгнанные, это в тюрьме, это узы, это непризнанные. Мало в мире, так еще и не везде, и братья признавали и так дальше. Это путь, он непростой путь. Мы прочитали с вами с 12 стиха 12 послания к евреям. Итак, укрепите опустившиеся руки. Послание это было написано уверовавшим из евреев. То есть люди, которые имели обетование, люди, которые имели закон, имели храм. Потом они уверовали в Иисуса Христа. Потом они уверовали в Мессию. Их жизнь стала труднее. В Иерусалиме невозможно было жить. Им пришлось убегать с Иерусалима. Пришлось продать имение. Пришлось рассеяться. И потому что гонения пришли. И гонения начались с Иерусалима в первую очередь. Там восстали против них. И там апостолов начали потом гнать. Друзья дорогие, и вот рассеявшиеся, вот они в разных местах собиравшиеся вокруг имени Иисуса Христа, они нуждались в ободрении. Их нужно было утвердить, их нужно было убедить, и им нужно было показать, что Иисус Христос, вот этот распятый на кресте, Он больше ангелов, Он больше Моисея, Он больше Мелхиседек, он больше всех, он единственный спаситель мира, и его стоит держаться. И поэтому здесь автор послания пишет, что вот этими словами показывает, что было время, когда ослабели руки, было время, когда ослабели колено, опустились руки. Мы говорили об этом. Друзья, такое время пришло, когда знаете, упадок духа. Бывают вот такие периоды в жизни, когда и у них так случилось. У них так случилось, потому что в 10 главе мы читаем перед этим, был такой период в их жизни, когда, был повод, чтобы это случилось. И 10 глава послания к евреям с 32 стиха читаем по 35. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество, лучшее и непроходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Здесь снова призыв. Вспомните, вам было трудно, вы это выдержали. Вы выдерживаете сегодня, но выдержите, еще вам нужно выдержать. Еще терпения надо. Еще потерпи немного, братья и сестры. Еще нужно терпение, чтобы получить обещанное. И здесь призывались к терпению. И здесь снова укрепите опустившиеся руки. Друзья, конечно, иногда очень опускаются руки наших членов церкви, когда мы узнаем проблемы, в которые попадают. Мы очень часто попадаем в проблемы, потому что сами в эти проблемы идем. Очень часто мы сами, знаете, представьте себе, в Писании есть очень много мест, как нам распоряжаться нашим имуществом на земле.
мы верим в будущее, мы верим в то, что там есть банк такой небесный, куда все, что положишь, туда сохранится. На земле море, ржа. Но не всегда мы в это верим, не всегда доверяем. И знаете, мне очень жаль верующих, которые ищут банк, куда надежно вложить. Вложили в один, он рухнул. Есть родственники у меня неверующие, которые тоже живут в переживаниях. Собрали все, что только могли, вложили, вот там пообещали. А он взял и пропал, он взял и все исчезло. Исчез банк, исчез хозяин, рухнул. Есть надежные банки, есть очень надежные, но смотришь, и они рухнут, и они падают. В этом мире нет ничего надежного. И вот представьте себе, когда верующие берут и пытаются свои сбережения дать под проценты верующим, и там нет надежды. И там они ошибаются. Потому что все люди, потому что на земле нет ничего вообще надежды, надежного. Друзья, дорогие. И тогда скажите, на кого обижаться? Тогда скажите, на кого возмущаться, что у тебя все пропало? Ведь ты-то хотел здесь сберечь. Ты хотел здесь иметь. Друзья, дорогие. И тогда, когда к этому прибавляются еще новые, у нас записка есть помолиться о брате, у которого мало того, что прежде этого деньги все пропали, а теперь еще и его машину, КамАЗ украли. Со стоянки, с платной, это не где-то на пустыре. И вот теперь нужно помолиться, чтобы власти наши смогли юристы разобраться и найти. Я вот представляю себе, знаете, когда теряется одно, а потом теряется другое, как ослабевают руки, как ослабевает молитва, ну как благодарить Господа, ну как тогда исполнить вот это слово, радуйтесь всегда в Господе. Это нужно иметь такие крепкие, такую крепкую веру, это нужно иметь такую крепкую волю, понимание, куда ты идешь, и что на небесах твое все. Такое бывает редко. Вот там бывает Амуди, известный проповедник, миссионер в Америке жил. И там, знаете, дома строились теплые, но с материала, который хорошо горит. Вот случился пожар. И когда он пошел домой, у него все сгорело. Дом сгорел, в доме все сгорело. Было пепелище, просто пепелище осталось, полностью. Вот эта весть разнеслась, проповедник-то известный. Встречает его друг его и соболезнует ему, говорит, слушай, брат, я так соболезную тебе, у тебя все сгорело, я слыхал. Он стоит, говорит, неправда. Ну как неправда, мне же ближе не пожар. Ну был пожар. Ну все, это все, а мое все на небе. Поэтому то, что тут сгорело, это не все. Да печально, да неприятно. Друзья, дорогие, просто важно знать, где мое все. Важно знать, что я имею и что я должен буду оставить. Человек умирает, а вещи его остаются. Мы должны быть готовы к тому, что однажды мы все земное оставляем. Просто не нужно ни к чему привязываться сердцем. И поэтому у евреев, которые надеялись, что вот мы веруем, вот Христос, Мессия, и теперь-то у нас все будет хорошо, а было плохо. Они были гонения, были казни, они умирали за Христа и опускались руки. И нужно было это послание и укрепить им опустившиеся руки и ослабевшее колено. Дело в том, друзья, что в этом мире народ Божий, Израиль был в свое время, когда он был в плену, оказался, однажды к царю подошел Аман злобный и сказал, книга Есфир, 3 глава, 8 стих, он сказал очень интересную вещь, он сказал очень такую деликатную вещь царю об этом народе, который был там в плену, и сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами во всех областях царства твоего, и законы их отличаются от законов
всех народов, и законов царя они не выполняют, и цели не следует так расставлять. Ну, насчет выполняют, это вопрос. А то, что отличаются законы их от законов всех народов, то это точно. У них другие правила. Им закон дан был через Моисея на горе Синай. Они получили 10 заповедей, они получили разъяснения, дополнительные заповеди. Более 600 заповедей еще. Друзья дорогие, они получили законы, по которым мир не ходит, по которым мир не может ходить. Книга Левит, книга чисел, книга второзакония мы читаем. Все нужно было построить совершенно не так, как строили все вокруг. Лот поселился в Содом, проник аж за ворота, уже в Содоме жил. Но он жил по другим принципам, и ему было очень тяжело, потому что он жил среди народа, у которого другие принципы, другая мораль. У язычников была совершенно другая мораль, и ему трудно было с его моралью, с воспитанием, которое получил вместе с Авраамом. Друзья дорогие, Аман знал, видел, что народ рассеянный живет по другим законам, и поэтому им тяжело. Они живут в этом мире, но их законы, их правила, их мораль совершенно отличается. Им нужно сохранить себя перед Господом. Вы помните, как Даниилу пришлось, попал в плен, и как ему пришлось, и друзьям его. Даже стоял вопрос стола, питания. Стоял вопрос взаимоотношений с повелением царским. И если бы они отказались наотрез, и просто не пошел Бог навстречу, их бы просто убили. Такие не нужны евнухи, которые были бы при царе, работники его канцелярии и всего, которые не покоряются. Но они были покорны, но у них были принципы, у них были святые принципы, и они должны были сохранить в этом языческом Вавилонском царстве. Друзья дорогие, и вот укреплять евреев и уверовавших нужно было призывать, продолжать стоять, поднимать, укрепить руки, укрепить ноги, ходить правильно, ходить прямо, друзья. И почему эти были сложные условия? Потому что им нужно было любить врагов. У Иисуса Христа учение, которое приняли они, у них забирали, их убивали, их казнили, их выгоняли, а им нужно было любить врагов. Это закон Царства Христова. И как трудно им было это делать. Как трудно, друзья, любить тех, которые тебе делали зло. Иисус Христос, Евангелие от Луки, 23 глава, 33-34 стихи, мы читаем эту картину. Только смотритесь в эту картину. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев. Одного по правую сторону, одного по левую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, вот распятый на кресте, среди разбойников, чтобы подчеркнуть его, подчеркнуть презрение к нему, его распяли между разбойниками. Иисус говорил, в это время Он говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды, его бросая жребий. А Он висел и смотрел, как делят его одежды. Братья и сестры, и в это время Он говорит, «Прости им, ибо не знают, что делают». Всегда ли дети Божьи могли говорить, «Прости им»? Всегда ли, когда незаслуженно обвиняют, когда незаслуженно человека наказывает, незаслуженно несет какое-то поношение, всегда ли легко говорить, прости, друзья дорогие. Как ученикам хотелось бы, когда их не приняли в одном селении, как хотелось бы ученикам Иисуса Христа, как хотелось бы, раз не приняли, уйти отсюда, а всего пусть сгорит. Давай огонь сведем. Ну так хотелось бы, чтобы другие знали, как не принимать учеников. Но Христос сказал, не знаете, какого вы духа. Друзья, и любить в этот момент было очень трудно. Им негде было остановиться. Их не приняли. Должны были принимать сразу, не приняли. Но их, а их нужно было любить. Тогда, когда
мы имеем много примеров в Писании, когда Христос учил любить. В те времена, когда не понимали, не принимали, так апостолы жили, а нужно было любить. Нужно было, друзья, не просто любить, а нужно было любить Божьей любовью. И поэтому и пишет автор этого послания, 14 стих, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь иметь мир со всеми. Иметь мир – это любить. Друзья, замкнуться в себе, отойти и замкнуться – это не мир. Это просто затишье. Мир, когда в сердце мир. Мир, когда в сердце покой. Мир, когда тебя оскорбили, унизили. Когда как могли насмеялись, а в твоем сердце есть любовь к этим людям и мир. Это мир. И этот мир нелегко хранить. Братья и сестры, я скажу вам, когда я женился, и мой тесть совсем меня не понимал. Я в воскресенье иду в собрание, насмеялся надо мной. Тебе семью кормить надо, а ты с книжечкой пошел. Друзья, дорогие, мне иногда так неприятно было, но я любил и молился. Я хотел так, чтобы он был спасен. Мы постоянно молились всей семьей, чтобы он был спасен. Но он не понимает, он может насмеяться, он может над своей верующей женой насмеяться. Но мы хотели его спасения, мы не хотели, чтобы он был в аду. Я благодарен Богу, что после 23 лет ежедневных молитв в семье, он покаялся. Я благодарен Богу. Друзья, дорогие, я рад, что в вечности мы будем вместе с Ним у ног Иисуса Христа, потому что Он покаялся, принял крещение, успел. Друзья, как хочется нам, чтобы нас понимали, чтобы нас принимали, но в этом мире мы не ожидаем. Мир не для нас, и мир не может нас понимать. Апостола Павла не понимали, не принимали. Он был не понят, он был кое-где отверг, кое-где побит был. Так было со всеми праведниками в Ветхом Писании. Мы не должны ожидать в этом мире. Мы не должны ожидать понимания. Мы не должны ожидать, знаете, того, чтобы какую-то лавру в этом мире получать. Совершенно. В этом мире мы должны понимать, что мы живем в чужой среде. Мы живем в среде, где дьявол сегодня смело называет себя, отдам в царство, вот я ими владею, отдам тебе, он говорит Иисусу Христу. Он временно владеет этим миром. Мы сегодня в этом мире иностранцы, которых мир не любит. Мы не должны искать любви этого мира. Мы не должны искать, чтобы понравиться этому миру. Мы не должны и не можем искать, чтобы мир нас принимал как своих. Мы в этом мире совершенно инородное тело. И поэтому и призывает апостол, призывает автор послания, старайтесь иметь мир со всеми. Это значит простите, это терпите, это снизойдите, это наберитесь кротости и смирения. И пусть время, которое вам Господь отмерил, будет временем вашей школы подготовки к вечности. И вторая половина этого стиха старайтесь иметь и святость, без которой никто не видит Господа. Друзья, настолько это слово интересное, святость, да? Святой. Некоторые боятся этого слова. Это хорошее слово. Святой, оно значит очень, это простое слово, оно значит отделенный. Святой отделенный, выделенный, отделенный, отложенный. Святое всегда отделялось от несвятого. Святое – это, оно значит отделенный. И есть три аспекта святости. Есть три формы святости. Первый аспект святости – это наше положение перед Богом. Мы освящены, мы принадлежим Богу. И положение перед Богом, 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих мы читаем. Внимательно обратите внимание. И Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, освященным и призванным святым. Друзья, в тот момент,
когда мы уверовали в Иисуса Христа, когда мы покаялись, мы в глазах Божьих освящены, отделены. Мы получили рождение свыше, и теперь мы принадлежим Богу. Мы уже принадлежим Богу. Это наше положение перед Богом. Друзья, наше положение перед Богом, Ефесянам 2 глава пишет апостол Павел об этом положении другими словами немного. Здесь написано, с 4 стиха, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобилие богатства благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, все не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы спасены благодатью, мы благодатью извлечены. Мы дети Божьи, друзья дорогие. Недавно мне брат рассказывал, как они воспитывают детей. Они взяли троих детей, усыновили, из интерната, разного возраста. И вот эти дети были ничейные. У меня лежит фотография на столике. В кабинете сестра принесла, сказала, вот мальчик, которого нужно усыновить. Даже учителя интерната сказали, вот если бы его кто-то усыновил, ему 10 лет. Друзья, пока он никому не принадлежит. Государственный мальчик, который в общем интернате. Но если кто-то усыновит, если кто-то назвал своим, значит, он становится уже вот частью. Он становится частью сердца отца, частью родителей. Он становится частью, и он его собственность уже. То есть не в том плане, что теперь я командир над тобой, а предметом заботы становится. Бог нас, когда покаялись, посадил на небеса, и теперь мы Ему принадлежим. Друзья, настолько это должно ободрять и радовать нас, мы принадлежим Ему. Мы куплены дорогой ценою, кровью Иисуса Христа. Теперь мы Его. И эта часть не отнимается. Мы в это верим, мы стоим на этом, и написано, кто из руки Его никто не похитит, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Мы теперь часть Его. Мы усыновлены, мы освящены, отделены от этого мира, мы стали Его. Ему принадлежит теперь, не этому миру. Друзья, это первый аспект святости. Второй аспект святости – это практическое освящение. Это тот период, который мы живем после, знаете, когда мы покаялись и пока мы предстанем перед Богом. Это процесс освящения. Это процесс очищения, это процесс изменения и преображения в образ Иисуса Христа. Это не просто, знаете, теперь мы будем, мы дети Божьи, будем веселиться, чего захотим, попросим у Него, чего захотим, Он даст нам и так далее. Да, Он даст. Да, Он Отец, да, Он заботливый, да, Он верный и так дальше. Но у Него есть цель. И апостол Павел писал в его послании, Галата мы читаем, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Вот изобразится Христос. В нас должен изобразиться Христос. Мы теперь в процессе. Друзья, это процесс жизни. Знаете, столько вещей, чтобы достигнуть того, что нужно. Понаблюдайте, как пишутся картины. Картина Иванова. Явление Христа народу он писал 20 лет. 20 лет он каждую фигурочку выписывал, и потом получилась картина, которая восхищается в Третьяковской галерее. Есть статуи, вырубленные с мрамора, с гранита, над которыми очень долго работали, по кусочку. Понемножечку откалывали, ненужные очищали, шлифовали. Получилось, на удивление всем. Со всех стран туристы смотрят, восхищаются. Я столько раз был в Эрмитаже, в свое время восхищался многими скульптурами, изделиями древности. Как можно было сделать?
Ну, стоит как живой. Друзья дорогие, настолько работы было, столько нужно было приложить усилий, чтобы получилось такое, готовое, не только, знаете, сырое, а вот готовое. Рождается человек, сколько нужно усилий, чтобы его вырастить, научить, воспитать, чтобы человек был, ну, не просто человек, руки, ноги, глаза и уши, и ноги бегает, а чтобы человек был полезным, чтобы человек пригодился специалистом в какой-то области. Столько нужно продолжить усилий. И вот Господь готовит нас на небеса. Мы тело Христово, и мы, это тело должно измениться. И поэтому, друзья, второй аспект святости – это практическая святость повседневной жизни. Это повседневная жизнь, в которой мы отделяемся от зла, в которой мы отделяемся от греха. Это повседневная, круглосуточная работа Святого Духа над нашим сердцем, Писание над нашим сердцем. Это Божья работа, это усилие нашей воли, потому что нужно приложить усилия, знаете, чтобы от чего-то отказаться. Друзья, я об этом вчера немножко говорил в Каменском реабилитационном центре, присутствуют те, кто не может освободиться. Нужно и их усилие, нужно желание, нужно, знаете, отвернуться от греха, нужно сопротивляться, когда плоть везет назад тебя в то болото, с которого ты вылез. Ты должен тут стоять, ты должен сопротивляться этому, ты должен проводить усилия уйти. Если Павел писал Тимофею послание юношеских похотей, убегай. Убегать – это твоя задача, это твой путь. Это никто не убежит вместо тебя. Но тебе дана сила, тебе дано направление, тебе дана цель, тебе показано, как ты это можешь сделать. Тебе дал Господь силы, Дух Святой сегодня с нами, в нас. Христос говорит, сия с вами во все дни до скончания века. Поэтому процесс, вот этот второй, практическая святость, практическое освящение – это процесс, друзья. И в этом процессе участвует 1 Петра, 1 глава, с 14 стиха по 17 мы читаем призыв участвовать нам, лично нам участвовать в этом процессе. Мы читаем, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, что прежний был. Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, ибо я свят, то есть отделены, ибо я свят. Будьте, да, и если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Вот призыв, это к нам. Будьте святы, то есть отделитесь. Братья и сестры, когда вы одели чистый костюм, чистое платье, у вас желание сохранить его чистым. Да, так, да, нормально. Мы же не маленькие дети, которые лужу ищут, где бы вымазаться. Мы хотим сохранить чистым. Мы хотим сохранить, знаете, даже вот едешь в автомобиль, и то уже бежаешь после дождя, понимаешь, что ну, не хочется, чтобы мытое стало грязным. Так и мы, и Петр призывает, продолжите усилия. Займитесь процессом отделения, займитесь процессом освящения. И поэтому со страхом проводите время странствования вашего, со страхом вымазаться, со страхом оскверниться, со страхом набраться ненужных мыслей, ненужных слов, ненужных чувств. Знаете, друзья, есть места, где мы можем избегать, есть места, где мы не можем избегать. Первый псалом, он, знаете, начинается, первый псалом с первого стиха, вот этим призывом к блаженству. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Первый стих. Но в законе Господа воля его, в законе его размышляет там день и ночь. То есть возможность там где-то вымазаться, чего-то набраться. Дети улицы, они набираются грязных слов,
они набираются чего-то нечистых, каких-то картинок, представлений, друзья дорогие, и совсем другое положение, когда находятся в другом обществе. Мы растили детей, нам советовали, дайте в садик, так будете свободны, будете работать, будут деньги. Друзья дорогие, мы не отдавали в садик, потому что мы понимали, там могут набраться того, чего дома они не получат. Там могут они набраться слов, набраться, знаете, чего-то, что-то покажут им, что-то им, куда-то их выйдут какой-то грех маленький. А наставь юношу в начале пути твоего, когда он потом не уклонится, когда состарится. Поэтому, друзья, дети росли наши без садиков, и они знали дорогу в церковь. Дети знали, что в воскресенье обязательно идем в собрание. И в воскресенье мы ничего не делаем, это день для Господа. В воскресенье мы не строим, не копаем, не забиваем гвозди, потому что это день для Господа. Мы должны в этом мире отделиться. По возможности, где только возможно отделиться. Даниил не мог отделиться от Вавилона, но в Вавилоне он сохранил себя. Друзья дорогие, мы не можем выйти из этого мира. Попытки выйти от этого мира в монастырь, они не уводят человека от греха. Один из еще первых веках человек решил уйти из Рима, от подальше от греха, пещеру такую нашел, в горах там жил, а потом понял, говорит, Рим, ты в пещере меня нашел, потому что Рим пришел в сердце, потому что Рим пришел в душе, а нужно освободить сердце. Нужно, чтобы сердце было занято Христом. И когда сердце занято Христом, друзья, тогда, знаете, пусть, где бы ты ни был, если ты со Христом, ты в тюрьме со Христом, ты в армии со Христом, ты в школе со Христом, ты на работе со Христом, ты со Христом, ты укрыт во Христе. А поэтому мир тебя хотел бы проникнуть, но не проникнет. Ты во Христе. И вот этот второй аспект святости, о котором сказано, что положение наше перед Богом, к этому призывает как раз апостол Павел Коринфян. Он назвал их святыми в глазах Божьих. Но теперь первое послание, оно показывает недостатки, от которых они должны уйти. Второе послание показывает недостатки, от которых должны уйти. И во втором послании Коринфянам, 6 глава, мы читаем, второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. Такое, знаете, обращение к верующим. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, то есть неверующими. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Ну что общего у света со тьмою? И 15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным, то есть верующего с неверующим? 16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Буду их Богом, они будут моим народом. Друзья дорогие, можно на этом остановиться. Смотрите, какой призыв. Призыв верующих, призыв церкви, что должны понимать, в принципе, общего-то нет ничего. Не может быть общего света со тьмой. Бог, людей, которые имеют идолов, с теми, которые имеют Иисуса Христа, нет общего. И Он прозывает, выйдите из среды и отделитесь, говорит Господь, я прямо у вас. 18 стих. Друзья дорогие, мы сегодня с вами читаем, старайтесь иметь мир со всем и святость, без которой никто не увидит Господа. Знаете, друзья, есть люди, которые получили по грин-карте разрешение въехать в Америку, но они не въехали. Есть люди, которые получили документ на ПМЖ в Америку, но они решили не ехать, остались тут. То есть у них есть возможность, но они решили туда идти. Друзья, я не думаю, что каждый из нас, сознавая, что мы граждане неба, решили не спасаться, решили не идти туда. Решили идти, как все, решили идти в ад, но не верить, трудно верить. Такие люди бывают, случаются.
У них написано, кто произвольно грешит, то там не остается жертвы за грех. Кто произвольно грешит, в этом же послании к евреям, кто произвольно продолжает, знаете, лезть в это болото, кто произвольно, друзья, каждый из нас, знаете, я вам рассказываю, там из дома, у нас в одной семье, муж работал, у него была такая задача, сдавали все телевизоры, а он трактор должен был гореть и вывозить где-то там, сдавать на свалку. И он это делал, но он оставлял запчасти, собрал дома телевизор. Никого не было, у него был телевизор. И однажды в конце собрания поднимается жена его, братья и сестры, я не могу молиться. У нас телевизор появился, посмотрю, встал на колени, молиться не могу. Но нет молитвы, но совершенно молитвы нет. Я помню, брат-просветитель говорит, сестра, а он сам включается, либо включается. Я включаю. Ну не включайте, не вся проблема. Если даже стоит. Ну не включайте. Друзья, поделиться это какое-то решение. Это какое-то, знаете, это от нас зависит. Или мы в болоте, или мы не в болоте. Это от нас зависит. Поэтому призыв Петра, первое послание Петра, 1 глава 14 стиха мы читали, будьте святы, потому что Он свят. Он свят, и поэтому, если мы не святы с Ним, попытаемся иметь вечность, мы не будем иметь ее. Туда не войдет ничто нечистое. И поэтому призыв практической святости. Есть третий вид святости. Это совершенная святость. Друзья, я скажу, никто не имеет на земле совершенной святости. 1 Иоанна, 1 глава, 10 стих написано, кто скажет, что он без греха, тот лжет. Никто из нас не имеет совершенной святости. Мы стремимся, мы стараемся. Никто не имеет совершенной святости. Мы будем иметь совершенную святость, когда предстанем перед Господом. Мы тут стремились, мы укрывались во Христе. Вот будет ли преломление. Это не просто, знаете, какой-то такой, ну, ритуальный знак. Это напоминание, что кровь Христа очищает нас от всякого. Это напоминание о том, что мы верим в кровь Христа, что мы каждый день пользуемся кровью Христа. Мы каждый день живем под сетью Христа. Друзья дорогие, это значит, что мы в этом мире живем для Христа. Интересно. Четвертая книга Царств, 4 глава, 9 стих. Одна женщина сказала о Божьем человеке. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Интересное заключение сделала, да? Ну, знаете, иногда мы побыли где-то, ну, немножечко, маленькая короткая встреча. Говорят, ну, это человек святой. Но, а тот, кто живет с ним, не могут сказать, что святой. Потому что знают ближе характер. Знают ближе, чем он дышит дома, чем дышит, когда настроение испортилось, когда что-то заболело, когда что-то не получилось, что-то поломалось, что-то разбилось. Дети знают, разбилась чашка. Могут так угадать. А могут и не дать, вот сказать, мы купим новую, по всему городу. Друзья дорогие, человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. Эта женщина наблюдала постоянно, как он проходит. Он ничего не делал, он ничего не проповедовал, он ничего особого не делал. Она просто наблюдала, как он проходит. И она сделала заключение. Человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. Друзья, постоянство нашей христианской жизни, постоянство нашей любви,
постоянство нашего терпения, постоянство в молитве, постоянство в служении Господу, оно и есть, оно показывает нашу характеристику. Имеем ли мы вот это освящение, или мы, как все, знаете, работает человек. Я постоянно сотрудникам заводил, я говорю, почему вы сквернословите? Они говорят, как если бы ты ударил попасть, если бы какое-то плохое слово сказал. Я ударил попасть, не специально. Но Бог хранит, я не говорю этих слов плохих. Я скажу вам, друзья, что тот, кто знает Бога, он в любой ситуации не будет сквернословить. Иисус Христос имел истинную святость. Прибитый ко кресту между разбойниками. И он не поносил разбойников, как поносили разбойники. Разбойники злословили, а он не злословил. Страдая не угрожал, пишет апостол Петр в своем первом послании. Страдая не угрожал. Почему? Потому что он постоянно был святой. Если Иисус Христос был святым в Нагорной проповеди, а потом пошел с учениками в пустыне, там повеселился, не свято, напился или еще что-то. Это не постоянно святой. Он был постоянно святой. Святого человека всегда можно увидеть святым. Он дома святой, в гостях святой, на работе святой, в транспорте, в маршрутке святой, везде святой. Я возмущался, у меня был мастер, который не любил меня, и он меня не звал никогда по имени. Он всегда кричал мне, если надо позвать издалека, святой, иди сюда. Я однажды подошел к нему и говорю, у меня еще имени нет, что вы на весь участок так кричите. А он посмотрел, говорит, а ты должен быть всегда святым. Ну и после того я уже не возмущался. Друзья, мы должны быть постоянно святыми. И пусть Господь поможет нам сегодня видеть, если мы хотим быть с Ним там, хотим, мы должны иметь практическую вот эту часть. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Мы будем сейчас молиться. Друзья, мы просто скажем Господи, помоги нам понимать. Мы уже Твои, мы освящены, мы Твои дети. Братья и сестры, меня всегда радует, что я дитя Божие. Я думаю, вас радует, что мы говорим, брат, сестра, что это не просто скороговорка, это правда. Мы правда друг другу, братья и сестры, потому что Отец наш Небесный. Один у нас Отец, мы Его дети. Это нас радует. 1 Иоанна, 3 глава, 1-2 стиха, пишет Иоанн. Хорошо знакомые слова. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. А там будет совершенная святость. А сейчас мы идем период освящения. И каждый день, друзья, каждый день, если вы начали убирать помещение, то через каждые 10 минут помещение будет чище, 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 да? Если вы начали что-то стирать, то одежда все время чище. Если вы что-то полируете, я нож делал, полировал, он все время лучше и лучше блестит, потому что полируешь. Процесс идет. Знаете, через 10 лет вы будете намного святее выглядеть. Святее будете чувствовать себя. Многое подпадает, то, что было только теперь, когда вы только уверовали. Уверовал человек, что-то отпало. Уже не ходит туда, где ходил раньше. Но теперь освящается, смотришь, изменяется. Меняется человек, все больше на Христа похоже. Друзья дорогие, поэтому мы, если будем освящаться, наша церковь будет преображаться в прекрасный цветник Божий. Мы будем каждый сиять, каждый. Мы от других ожидаем.
Мы хотим, чтобы тот засветился, и тот. Мы хотим, чтобы вокруг нас были все святые. А мы должны быть заняты одним. Я должен посвящаться. Я должен изменяться. Я должен преображаться в образ Христа. Займитесь. Их преобразование призвано как раз подготовить нас к мысли «Я спасен, я очищен и я очищаюсь». Пусть Господь поможет нам. Без этого не увидим Господа. Друзья, в любое мгновение может прийти Христос. В любое мгновение. Вы знаете, что дьявол не знает, когда придет Христос? Вот потому послание Иоанна уже говорится, что много антихристов. Как только церковь возьмется, должен антихрист быть готов. А дьявол не знает, когда он придет. Поэтому дьявол готовит антихриста от первого дня. Готовят, люди всматриваются, люди имена называют. Я помню, говорили, Гитлер это антихрист, потом Муссолини это антихрист, Сталин антихрист. Кого только не называли. Сейчас современных называют антихристами некоторых. Друзья, дьявол всегда готовит, он ждет. У него антихрист всегда на подготовке, он не знает, когда Христос придет. Но когда Христос придет и церковь возьмет, и мы не знаем. А поэтому освящайтесь. Поэтому очищайтесь. Поэтому пусть Он скажет такой-то или такая, о которой постоянно я забочусь, они святые. Пусть Христос скажет, что мы святые. Пусть Он видит нас святыми. Не только в том, что кровь Христа умела и святила, а в нашем повседневном хождении. Пусть Он радуется, что мы преображаемся в образ Христа. Аминь. Кто желает? Мария Николаевна, кто желает молиться? Отец Небесный, Господь наш, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, за эту любовь и жертву, которыми Ты доказал святость свою, любовь свою, и дал нам этот великий дар благодати. Мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя сегодня, что Ты во все времена, в самых трудных обстоятельствах призывал детей Твоих быть святыми, поступать правильно, бояться греха, иметь страх Божий на всяком месте, везде, где бы ни были, являть святость Твою, любовь Твою, являть Тебя. Помоги нам, Господи. Мы живем в этом мире, который не способствует освящению. Мы же имеем плоть, которая противится постоянно и противится нашим решениям святости. Мы имеем, Господи, очень часто самое близкое окружение, которое не способствует нашей святости. Но мы имеем Тебя. И мы благодарим Тебя сегодня, что в Иисусе Христе сегодня мы имеем Того, который посвятил нас, приобрел нас кровью Своей, и имеет силу провести нас в этой жизни и путем освящения, путем преображения, и работает постоянно Духом Святым, чтобы мы изменялись и преображались в образ Иисуса Христа. Помоги, чтобы церковь наша преображалась, чтобы каждый член церкви лично преображался, каждый член церкви лично изменялся, лично освящался. И тогда так легко будет помочь тем, которые этого не делают. Тогда мы сможем молиться, сможем поддержать, сможем советы давать, если сами будем в достойном состоянии. Господь наш, мы благодарим Тебя, что есть надежда, и Ты знаешь, Господи, наше состояние. Помоги иметь внутреннее желание освящаться, чтобы быть с Тобою на небесах всегда, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.